выходной. И заходим в здание аэропорта. Юра, да. Наконец-то пахнет Таиландом. Этот запах не спутаешь ни с чем, да? Ура! Целый год мы ждали. Так, вот. Здесь, видите, не заблудишься. Сразу поднимаемся по эскалатору. Юра. Юра хитренький. Юра уже все, переоделся в самолете. Как, да, и все, я готов. Как и все туристы. Готов в бой. Готов к встрече с друзьями, с приключениями, да? Я встречу, да. Да, хорошо. Руслан уже там с Юлей ждут нас. Быстрее, Тумьян. Ленчик наш где-то там покидает, наверное. Лена, наверное, сейчас на пути в этот едет. В Паттайю, да? Будет смотреть с широко раскрытыми глазами. Да. Где тут, видите? Вышел, и Лена все боялась. Вот пошел вместе за туристами. В общем потоке. И здесь у нас, видите, duty free тоже. Ну, как бы никто здесь не останавливается, мне кажется, никогда. Видите, поворачиваем сейчас налево. Ух, поток никуда не девается. Вот, видите, написано багаж. Юрчик спешит. И все. Повернули. За всей, как сказать, весь самолет идет в одну сторону. Видите? Друзья, добавилось то, что снимаешь отпечатки пальцев. Да, снимаешь отпечатки пальцев, и мы теперь идем получать багаж. Давай, наш рейс какой был? 721. И мы должны на стойке табло посмотреть. Вот здесь вот есть информационное табло. Мы к нему подойдем. Видите, тут различные... Ну, много стоек, потому что аэропорт, естественно, большой. Не заблудитесь, не переживайте. И мы подходим. Вот написано багажное табло. И смотрим. Так, рейс наш. Смотри, Шереметьево. Какая стойка? Восьмая стойка. Восьмая стойка. Идем на восьмую стойку. Так, восьмая стойка. Восьмая. Туда, да. В самом конце. Все, ничего сложного. Идем и получаем свой багаж. Хочу сегодня сказать, что очень быстро прошли. Не, ну, правда, стали за китайцем. Он там не запомнил, видать, карту. Его долго мурыжили в очереди. Точнее, он мурыжил. Но, тем не менее, сегодня, на удивление, первый раз за все наши разы, мы прошли очень быстро паспортный контроль. Так, и вот, видите, 700. Девушка с ботоксами. Да, 721 стойка. Вот вам все, пожалуйста, не заблудитесь, все найдете. Ищем наши чемоданы. Самое главное, Ленин с котом. Даже находятся туалетные комнаты. Я хочу сказать, что здесь, в туалете, о, Юра получил багаж, всегда стоит вода. Я вам попозже покажу. Юра, когда самый первый раз прилетели, он такой выходит, у него глаза, говорит, представляешь, говорит, я захожу, думаю, нифига себе, Бангкок. И тут, значит, туалеты не работают. Юра, я рассказываю, когда ты первый... А, надо нам тоже корзину взять. Когда ты первый раз, помнишь, пришел в туалет, и говоришь, и тут вода стоит. Ты думал, что у них тоже сломаны туалеты. Да. И многие, значит, пугаются чего? Где они найдут выход? Выход всегда, ну, противоположная сторона от паспортного контроля. То есть получили багаж, вот тележки стоят, можно спокойно воспользоваться. Так, Юра, тебе удобно? Да, я рядышком стану, чтобы твою спину не снимать. А то потом люди напишут, скажут, опять Юрину спину. Все. И идем, смотрим, где написано слово «выход». Значит, а выход у нас вот, видите, большими буквами написано «exit B». Ну, плюс-минус произношение, конечно. Но, тем не менее... Чтоб, ну, здесь никто, не, здесь невозможно заблудиться, да, Юра, мне кажется? Ну, ладно, поэтому мы все с вами, как говорится, проходим поэтапно. Очень много китайцев, как всегда, прилетает в Таиланд. Ну, потому что им и близко, у них льготы нам рассказывали. И как у них какие-то... Как же у них...
они на выходные, на праздники прилетают. Вот. И все. Видите, куда идут все люди? Юра уже там сопровождает, помогает. Все. Вот сюда. Все, куда идут на выход. Идем на выход с вами. Реклама. У нас Пегас. 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 И после того, как мы вышли. Пегас, да. Мы. Так, смотрим, что здесь творится. Тут, видите, каждый находит своих. Вот Пегас. Идем к Пегасу, видите? Уже с табличкой стоят. И мы подходим. Пегас Туристик. Здрасте, Пегас. А, вон туда, да? На, пойдемте, пойдемте. Видите? Нам сюда, нам сюда. Привет. Очень удобно, смотрите. Везде показывают. Идите и сразу налево. И подходим, Пегас. Так, вот Пегас. Видите, все очень удобно. Пегас, вниз. Все. Ну и отставай. Видите, как все показывают? Пегас. Вниз. Ребята, ну, то же самое, как и в Турции, куда мы привыкли ездить. Так, в Египет. И сейчас... А! Хочу сказать, что... Вот, сейчас я покажу вам. И вниз спускаетесь, вот, допустим, вот кто от кого. Мы... Юра меня чуть не столкнул. Вот, видите? Пегас. Сотрудникам Пегас разрешает направить нас в нужное направление. Да. И вот стоит, смотрите, с табличками Пегас. То есть, реально, вы езжайте по одному, у кого нет компании, и вы точно не потеряетесь. А мы подходим к сотрудникам Пегас. И смотрим. Здравствуйте, нам сюда? Здравствуйте, да, вот в порядке очереди. Слово тебе сказать. Нет, я так считаю. Смотри, что все-таки организовано, да, все как? Вот смотри, что такое очередь такое, я давно не припомню. Юра, теперь. Такой раз уже. В очереди в Пегас. На тому же не стояли, теперь в Пегас в очередь стоим. В Пегас мы стали в очередь. Ну да, что делать? Везде все так проскочили хорошо, а тут... Смотрите, какая большая очередь на Пегас. Мы в том году летали Coral, и то же самое видели тут в Пегас. И Coral спокойно подошли. Вот Пегас, видите, основная тут компания. Ну, самая насыщенная, наверное, сегодня. Часочек постоим. Отдельный трансфер. Сразу выдали симку. Одна симка на ваучер идет. И мы с Юрой выдвигаемся... К нашему у нас 310-й автобус. Все, видите, все идем на выход. Выход вот, выход в город, где останавливаются такси, можно взять все, что хотите. Вот так вот. Ура! Сейчас ищем наш автобус. Подожди. Юра уже спешит. Видите, свистят. Автобусы. Юр, подожди, пожалуйста, Юр. Подожди секунду. Юр, у меня ботинок расщепнулся. Расщепнулся. Сейчас сделаю секунду. Девушка уже сама. Да. Все правильно. Все окей. Не, капута надо. Капунка. Видите? Тут даже не надо напрягаться. Тут же к тебе подбежали, встретили. Я к тому, что кто один, не бойтесь, путешествуйте. И будет у вас счастье. Юр, возьми вот этот чемодан еще. Вот и все, друзья, сидим уже с Юрчиком в автобусе. Юрчик, как всегда, смотрите, в тыщу играет. Сейчас соберут всех туристов и поедем в Паттайю. Время в пути где-то 1:20, да, у нас будет? Сейчас нам все расскажет. А мы будем с вами смотреть, ехать и наслаждаться пейзажами. А может быть, даже будем спать. Вот автобусы Пегаса, и кого только нету. Такая атмосфера, тут таксисты, видите, работы
всем хватает. Как всегда, такая бодяга, короче, всегда, каждый раз мы кого-то ждем. Вот где бы я ни отдыхала, не получается сразу уехать. Поэтому я говорю, Юр, садись за руль, поехали. Дороги потаи, ты знаешь. Да, да, дорогу я знаю, я бы сел, но у меня батов нет. Ну, а ты бы запросто до отеля доехал. Баты, не... А ты имеешь в виду, а ты баты шли, солдаты? Не аты баты, а баты. Ой, вообще капец. Потеряли, потерялась семья. Никак не дойдут. Мне нравится регулировщик. Видите, стоит. Видите, народу много, конечно, приехало. Приезжает и приезжает. Ну, все автобусы уже ушли. Вот Корал маленький. Вот мы в том году на таком, на маленьком были, Корал. Быстренько раз и уехали. А вот этот Пегас, пока, смотрите, такую махину всех соберет. Ясное дело, будешь ждать. Ну, ничего, впереди у нас дорога. Дорога в отель, и это радует. Ничто не может омрачить нас отпуск. Слава Богу. Короче, эту семью так и не дождались. Они, походу, уехали на такси. Два часа простоял. Ну, а смотрите, как у нас. Покидаем территорию аэропорта. Солнышко, лето. Вообще замечательная погода такая. Уже хочется быстрее-быстрее заселиться и увидеть Лену. Так, сейчас мы выезжаем с международного аэропорта Суварнахуби, города Бангкок. Попрошу сейчас всех пристегнуть ремни безопасности, потому что по закону Таиланда за непристегнутые ремни безопасности здесь полагается штраф 2000 бат. Платит тот человек, который не пристегнулся. Поэтому, пожалуйста, все пристегиваемся. У кого не работает, поднимите руки, я подойду, проверю. Являюсь официальным представителем компании Pegas Touristic. Сегодня буду сопровождать вас до прекрасного региона, который называется Паттайя. Ехать нам приблизительно до отелей 2 часа, уважаемые гости. По приезду будем распределять, так скажем, отели, кто первый выходит, кто второй, а кто будет пересаживаться на минивены. Хорошо? Так, сейчас я вам дам кратенькую, но полезную информацию, которая пригодится вам первые часы вашего отдыха, поэтому давайте послушаем меня внимательно. Так, во-первых, уважаемые гости, давайте проверим местное время. Сейчас у нас в Таиланде 14.24. 14.24. Наручные часы, сотовые телефоны, планшетики, пожалуйста, переведите. Перевели. 13 января. Какой год, знаете? Какой год? Вы в будущем, так скажем. 2562 год у нас сейчас в Таиланде. По буддийской эре считается. Отличается от нашего на 543 года, уважаемые гости. Так, весь ваш отдых будет проходить по местному времени. Такие мероприятия, как завтраки, время работы обменных пунктов, то есть чейндж-офисы, банки. Какую нам книжку дали? Путеводитель по Таиланду. Изучать. Честно расскажешь. Экзамен сдавать будешь. Экзамен сдавать. А по Таиланде? Ой, Кочан, остров, это экскурсии. Знаменитая река Квай. Я бы на Квай, если бы много времени как-нибудь будет, еще раз съездила бы. Мне очень понравилось. В автобусе более-менее гид все рассказал. И, естественно, на следующий день, как всегда, если вы едете в отель, то будет встреча с отельным гидом, который будет вам все рассказывать, стараться продать очень много на экскурсии. Да, поэтому... Сначала основная задача, мне кажется, продать экскурсии, а потом все остальное. Не, ну, конечно, билеты, все это они записывают. Ну, раньше так было, не знаю, как сейчас. Вот, а сейчас мы... все то же самое. Все то же самое. Ничего не меняется. Все как да. Было, так и есть. А мы едем в Паттайю. Ты как у нас затянулось? Это сколько уже местного, Юра, расскажи? Сколько там времени показываешь? 15.52. 4 часа, с ума сойти. Кушать уже и отдыхать некуда. Но мы с Юрой, слава богу, выспались в автобусе. Да, я вообще отрубилась. Обратите внимание на проводку. Проводка на грани фантастики. Я говорю, Юр, когда по Паттайе едешь, можно сказать, вот, ну вот так вот, когда едешь, непонятно, да, что в ней такого, почему люди сюда едут со всего мира. Ну, это же пока пригород. Да, только въезд. Моя тема любимая. Смотри, китайские фонарики всякие. Благовония, веночки. Скоро же китайский Новый год будет. И
здесь, наверное, смотри, все популярно. Всякие конвертики. Да. Твое. Да. Это точно не твое. Это точно не мое. Ну, что мне нравится. Фонарики тоже китайская тема. Китайская, конечно. Это школьники идут, видишь, в форме. Школьная девочка. Да, девочки. В юбочках все. Молодцы. Так, Family Mart. Наши любимые магазины на каждом углу. Аптеки. Все есть. Юра, смотри, может быть, тебе сразу высадиться возле парикмахерской? Нет, сначала я высадим, где смокинг, вот, где своя работа. Ты смокинг? Я буду на работу смокинг. Слышали, Юра решил парикмахерскую сделать прическу и смокинг. Мы тебя пошьем здесь, шьют хорошо. Для работы. Для работы, да. Снимем мерки и тебе пошьют. Буду с бабочкой ездить. Да. Навеки. Навеки будет. Самый крутой водитель. Мотобайки. Виша же приветствует нас. Молодцы. А ты говоришь, Таиланд все-таки это страна улыбок. Мы с тобой будем доказывать, так ли это или не так. Ой, смотрите, ананасики 15 бат, вот эти сладкие, маленькие, такие вкусные. 30 рублей по-русски, арбузы 35. Высадите, мы пешком дойдем уже, да, Юра? Нет, далеко пешком. Пешком еще далеко, да. Смотри, какая природа уникальная, какие цветы. Вообще здесь, в Таиланде, можно палку посадить, она даст корни. Раз. Так, ну что ж, уважаемые гости, просыпаемся, потихонечку подъезжаем к нашим отелям. Так, получаем багаж и дальше на минивенчиках. Ребята, смотрите, какая красота, боже мой. Юра достает. Юра меня ругает, говорит, просыпайся, чуть не в свой минивэн села. Пойдем. О, класс. Ребята, мы с Юрой смеемся. Я говорю, Юр, ты все поставил? Он говорит, да, говорит, чемодан с котом, говорит, наш, и сумка. То есть уже про свой смеемся, забыли. Так, все. Я знаю, окей, I understand. Мы здесь уже прописались. Наш любимый отельчик. Как же его не знать? Все окей. Все. Ой, как хорошо, прохладно. Боже мой. Юра, такое ощущение, что мы дома. А, поменяли, и корабль увезли отсюда. А, нет, корабль сюда. Так. Все, мы пришли. Садись, отдохни.